Я наконец нашла применение этому ластику. Да-да, это не белый карандаш, хотя суть работы примерно такая же. Это мой портрет, сделанный на заказ. Прическу я рисовала углем, и даже клячка здесь не справляется, как нам нужно. Этим ластиком очень удобно имитировать волоски. Он довольно жесткий и отлично справляется с углем. В процессе его желательно подтачивать, чтобы был чистый и острый кончик. Эта фирма, кстати, Vista Artista.